что косты, блядь, какие-то идут, которые, блядь, тебе мешают же, наверное. Я вообще не мог понять. Тебе сказали, блядь, у тебя есть жрец. Вот, единственный моб, которому надо, блядь, сбивать каст. Первый твой, второй анкила. Если третий есть, то сядь сбивает. Если нет, то не сбивает. Все просто. Моб этот заливается под босса. Выходит второй, тоже ставится под босса, заливается под босса. На провидцах стакаются стаки. Превращаем, блядь, в этих синих, блядь, и заливаем. Блядь. Бля, я подамажить хочу, нахуй. Может, вы вчетвером потанчите? Заебала, нахуй, эта хуйня ебаная. Да он, блядь, сука, вот, понимаешь, я не знаю, это как-то надо сидеть, нахуй, разбирать видео по секундам. Вот у него идет вот этот, ты 4 раза таунтишь, а на 5-й раз он тебе не дает таунтить. Пишет невосприимчиво, нахуй. А сколько оно времени, нахуй, я не могу понять, блядь, как. Ты должен таунтить, блядь, под конец по дебафа, который на тебе. Вот. Так получается, и только ват не стаунтит, то я не стаунчу, нахуй. Пиздец какой-то. Под конец дебафа, блядь, ну. Ну, на тебя заканчивается дебаф, остается там, блядь. Ты видишь, что у кого-то пошел. Лёх, иногда бывает такое, что он кастует, а на тебе дебаф еще висит. И он спадает где-то на середине каста. Да, ты говорю, там, блядь, за 4 секунды таунтишь. Если ты видишь, что у кого-то прошел каст, следующий, значит, твой. Все просто. Да там, блядь, это все понятно, блядь, понимаешь? Просто он невосприимчивость дает. У него диминишн какой-то ебучий, нахуй. Вот если бы он был как Мороз, нахуй, вот ты приходишь в Мороза, и таунтишь, нахуй, по КД, и у него нет невосприимчивости. Почему, сука, этого босса сделали с этой ебучей невосприимчивостью? Нахуй она тут нужна, блядь. Пиздец. Ёбаный дезурон, сука. Мне вообще с этого очко горит. Ну как так, блядь? В плане паладина в этом плане проще. Есть всегда баба, блядь, с которым ты можешь задефать. Может, вы с Коватом так же по это самое тебе подамажу, заебал тоже. Пианист, а ты, может, вместо меня кислородова возьмешь? Он хоть подамажит, подкидывает, что я стою-то, блядь, за РДТ просто. Так ты стоишь, блядь, сливаешь жреца в мелизоне. И кливаешь по боссу. Так ты сказал, блядь, миликом стоять за РДТ. Типа, ну, только это пока, немного бьет. Это пока жрецы не... А потом жрец выходит, вы свечите все жреца. И кливом задеваете босса. Да пока мобов нету, вообще, типа, похер. Лучей же нету, вот с пула, блядь, стартанули, блядь, нету ни лучей, ни мобов. Главное, стойте, блядь, так, чтобы вас лучи не задевали. Самолично. То есть с этой, со стороны входа, получается. Спасибо. Тут просто прикол в том, что, блядь, мы вайпаемся из-за того, что этому, сука, ебучему жрецу каст не сбивают. И получается, что весь рейд, блядь, стоит, блядь, и нихуя не делает эти секунды, пока на них висит эта хуйня. Чё вы к моему, блядь, мейн танку приебались, я не понимаю, блядь, надо будет тебя спекнуть без проблем. Блядь, у вас что, говно нахуй кипит или чё, я не пойму, блядь. Эдвард, я объяснюсь. Не ори. Я объясню. Лично к тебе претензии ноль. У меня претензии к самой системе. Ты, да, смотри, ты ливнул из гильдии, ты собрал 4-5. Ты ливнул из гильдии. Тебя кикнули. Тебя взяли. Ты назначил себе мейн спеком танка. Ты забираешь мод, который нужен войду. Войд, сколько ты танчил ОКХМ, сколько танчил Войд ОКХМ. Кому нужнее шмот? Но при этом мейн спек у тебя танк, поэтому шмот тебе как бы приоритетней. И вот я поэтому и говорю, что это дело не в тебе лично, это дело в самой системе. У тебя написан мейн танк, и поэтому ты имеешь право забирать на мейн себе танка шмот, который нужнее оф танку. Вот.
Да, Стёп идет, но Стёп не касается лично тебя. Стёп, это касается системы распределения. Этот, бафа дайте. Я никаких танков шмотов забирать, кроме Т5, не буду. Вообще, а то, что вот кому надо Т5, грубо говоря, шмот, да, все танки ваши забирать. Я только забираю те шмотки, которые вообще нахуй никому не надо, только на распределение. Мне последнюю очередь дают. Жена, Настя. Следите, сука, из-за какой-то шмотки, блядь. Жена, не сбежь каст Кресту, буду начислять. У тебя, блядь, ебучий первый каст, который ты должен ему сбить. Ты не должен, блядь, этих мобов, блядь, откидывать. Не страдай хуйнёй, блядь, просто не страдай хуйнёй. Поехали. Вот сейчас время есть подбить босс. Все стоим вот с этой стороны, где стоит, блядь, весь сирень. На вас лучи не попадали. Мобов буду по правую, по левую сторону этих, которых надо будет заливать, подводить. Креста постоянно подводим под босс. Так щит не перебивай. Ой, так зачем ты забрал, если на мне нет дебал? А я не видел. А куда ты смотришь? Другой вопрос. Я на красный мир посмотрю. Крэш, где кило? Пожалуйста, крэш, где кило? Не успеем. Две не успеем. Не забирай. Ни один моб все еще не научен. А, станкел, нажми каст. На боссе уже 17 таков. Сядь, нажми откинуть. Если вы собьете каст провицию, его можно будет танку подвигать. Вот а сейчас зачем опять забрал? Блин. Ну куда ты смотришь? А сейчас будет иммун. Жди, не сразу забирай. Жди. Забирай. Выбирай. Мог. Да, вижу. Имон. Чё за имон, блядь? По-моему. Даркис. Моб стоит. Алекс, возвращайся, да. Раз прошел опять. Снимите Делорус. Лица сливать. Подох.
Поднимите логи. Народ, подними забрал. Стаки ловишься чуть-чуть опять. Череп в рейде. Оса. Метка! Ну вот, лага. Чего там, блядь, танки на боссе? Танцы не мышцы. Вата поднимите. Свой тот едет. Волой это стоит. Ебать. Прожался вы взлетаю. Бусы стынки. А нет, на мне дебаф. Дайте. А, теперь есть. Креста забирайте, под босс подводи. Правица забирайте, моб стоит. Я моба РДД. Вот, мёрт. Чё, БРов нет? Если ты его со станками рядом держишь, он тоже урон меньше получает, в курсе. Даже служил это, да? Да, наведите сейчас, чтобы когда вы знали, что они делают, вот дебаф и моба посмотрите, я не ловил. Чтобы вопросов не было. Блять, никого БРа нету. Тонки. Нету. А, теперь есть. Давай, монород забрал. Я сейчас заберу. Вот. А сейчас вкусно. Будет ли там? Попробуй. Монород забери, я лечу. Да, давай, бог тогда хуйзна. Я баблюсь. Блять. Ой, пока не там. Ну ладно, с жильцом занимайся. Где он вышел? Все. Забираем моба, монорадость. Да я понимаю, у нас минус один там. Собрал на все. Если бы не было минус одного танка, все ровно бы было. Метка в рейде опять стоит. Заберите смену. Да никто не заберет минус два танка, вложимся. Нормально боссу сняли. Если б танки на бой не затопили, было бы все замечательно. Да ну ебать, ну бля, я хуй знаю. Ну почему у меня склад? 99 стаков на боссе. Ой, перевел сразу. Короче, 100 стаков и он вот такой вот становится. Это шо фаза? Шо это такое? Это 100 стаков. Ну, нормально, охуенно, да, смотри, нихуя себе, давай у босса все стаки. Заебал он, сука, стану там со своей. Врата бездны, вот мобы вышли. Вы видели баф на нем? Дебаф. А какой был баф? Да, видели. Баф получает на 50% меньше урона. И с него снимают по 5% каждая сопля. Ну, это только должно случиться не на 50% хп. Можно минутку внимания? Я сейчас, когда упал воид, и босса таунтил, а когда кого-то упал с воидом, и моба держал. Мне кажется, пал вообще справится налегке с этим. Слышишь, что, блять, а если должно быть нахуй, может нахуй прилететь и кормить конкретно босса нахуй вот этой хуйней 100 стаков.
типа 5 лучей и похую, и типа потом пошел. Войт, нет. А может мобы перестанут выходить в этот момент? Ну сейчас сколько вот этих шестерых? Сейчас, по-моему, 6 также появилось. Мы, по-моему, этих шестерых убьем, мне кажется, и все. Может в натуре, может мобы перестанут выходить, хуй знает. И потом чисто людей. Врата бездны, и он вызывает этих прислужников своих. Смотрите, вторая фаза начинается на 30%. Это только там надо реализовать. То не факт, что это надо сделать. Я к чему? Потому что, блядь, может босса не надо будет унтить, когда он в такой форме, блядь. Че, может пару пулов дадите, подамажить там, хуй знает, потанчите там с кого-там босса. Урона много проходит, не должно так быть. Я говорю, вот коваться может жить сам, мне кажется, держать под боссом. В общем. Главное, чтоб просто кто-то танк в него кидал. А как вы диспелите? Вам удобно, когда в патере? Полин, значит, насчет входящего урона в рейд, что у нас здесь произошло сейчас, это лишь малая частица того, что должно быть. Да, только мы уже сухие, а на первой фазе такого не должно быть, правда? Здесь должно влететь в 4 танков порядка 50 миллионов урона. Я по рейду, Серёж, я по рейду говорю. По танкам? Понятно, да. Дай проверку. Все то же самое, только не отваливайтесь, блядь, на этом. На бля, короче, этот. Давай сделаем проще. Я с коватом на боссе. Монарод поводишь провиться. Появится вот, блядь, вот этот, блядь, моб. Заберешь на себя моба. Берешь на себя мол, подведешь, чтобы РДД зона его слила. Думаю, несложно будет. Я с коватом на боссе. Поехали. Второго провидца. Ты жреца. Монород второго провидца держит пока. Хорошо. Все, поехали. Я потом учу босса, нормально все будет. Ничего не снес. Я не хочу еще давай. Народ появится, первый провидец. Потом, блядь, ты его доводишь до 20, появляется моб. Войд забирает. Ты до второго провидца. Возле рейда там моб. Спасибо. Калину моб убил. Живет, целую. Так нет. БРов нет. Все, так, значит. Лёха. Все нормально. 50 секунд до БРа у моба. Мост поднимешь. Рота, сильце. Просто бегаем, народ. Я, короче, под босс встал. Бабл. Встаю. А чё у тебя стал там? Им он прошёл оба. Баф. Второй БР есть?
Алоэ, потанчи. Монород 10 секунд. Умрете. Алоэ, танчи, босс. Монород подменится, б, дашь, БР. Ты веди дальше, увидишь, где лучше проходит. Даркер. Метка, метка в рейде, метка. Сейчас лучше. Вы... Монороты. Моба. Моб, блин. На 5 моб убил. Какое звездное пламя. Ой, там. Вот. Тоже моб убил. Я завис. Все, ложимся. Танки мобов проебывается. У вас 3 танка, 2 моба. Почему, блять, мобы убивают хило? Наверное, из-за того, что я щит забрал. А так бы, может, и босс умер бы, если не забрал. По-любому. И хилы бы начали бы хилить, и, блять, косты бы нахуй шурную сбивал бы. Все дело в, блять, щите нахуй. Хороший щит, видать. Божественные прям. Резать. Люди порой такую хуйню несут. А надо нести счастье. Это товар, да? Да, который таунты не знает, когда нажимать. Сука, сам нажимай, иди, блядь. Куда мне стать, чтобы мобы не ложили рейд? На боссе отваливаемся. Таунты хуёво у каждого проходит, кроме меня, походу. Этот... Я хуй знает, невосприимчивость была у всех. Этого босса надо фиксить здесь урона, блядь, чтобы этой невосприимчивости не было. Да не будет фикса у босса уже, это уже окончательное решение администрации. Не, есть этот рекаунт. Посмотри, иммуны мои по боссу. Ноль. Я не умею тут сказать через раз, это работает, это не работает. Побольше троев сделал, у тебя тоже будет иммун. Адов не должно быть, когда выходят новые, иначе мы в них закопаемся. Праведная защита, а не план возмездия. Короче. Знань возмездия. Вот я написал иммунитет. Вот иммунитет у кого-то. Праведная защита есть? Праведная защита есть? По одному, да. Ну вопрос, почему у меня босс тогда таунтится, все нормально. Ну, я не проебываюсь. У тебя праведная защита 1 ИВ, это все. И длань возмездия 1 иммун. И у кого-то. Блять. Ну есть же два таунта. Ну типа, вот понимаешь, блядь. Мы здесь не первый раз. И вот этот сегодняшний пул, и один пул, и до этого были пулы. Есть пулы, на которых и у тебя было невосприимчивость, и у кого-то невосприимчивость, и у меня, и у любого. На мобах есть. Но типа у меня про есть босс. Два таунта. Я про босса. Смотри, даже про босса есть два таунта. Масс таунт и соло таргет таунт. Если у тебя прошел иммун таунта, блять, соло таргет, у тебя всегда есть масс таунт. Коват работает масс таунт в эту хуйню, когда ты даешь? Да. Ну вот, он умеет. Он в ивейт не уходит, он 8 секунд у вас когда? Он тоже уходит в ивейт. Ну-ка, где он у тебя? Ты его юзал сейчас? Да, когда первый, ну, точный таунт не работает, я выжидаю секунды 3-4 и жму массовый. А если не выжидать, все равно уходит, да? Да. Ну вот. Вот как раз вот сейчас, когда меня сложило и... Ой, ну, да. Получается, иммун был первый, второй и таунт. Ну ебать. Ну я хуй знаю. Походу пора удалять спек танка, блядь.
Да как так нахуй? Ну как сука, можно было сделать босса, у которого не восприимчивость к таунту? Вот сука, надо таунтить. Нахуй он такое сделал? Надо написать ему. Где его почта? Дайте ссылку мне, блядь. У всех запор товара есть и иммун, типа как Демиошин. Скилл. Поменяйся с Лехой. Ну, Лех, сколько будем затраты начислять? Кого меняться-то? Мы уже поменялись. Ну, в смысле, с Лёхой поменяетесь, он будет на боссе, а ты будешь мобов таскать. Там мы уже менялись, блядь. Ну, я думаю, блядь, 500 хватит. Я вот тоже про пятишку думал, а то полторашки, это, конечно, сумасшедший чит. Я просто через 5 минут уехать должен, я поэтому и спрашиваю. Ну, значит, завтра тогда, как и сегодня, собираемся полсе. Ребят, помогите, пожалуйста, со второй катой, кому не волн. А в то время лобби заходить не обязательно. Ну, ЕП раздал завтра, что, так же или в 6 начнем? Да мне-то без разницы, и в 6, и в 5 мы луны. Мы собирались просто аж.